Мир обкуренных гусениц стелет витринами. Мир бродячих собак увлекает проспектами. Раньше мы друг для друга казались любимыми, а теперь постараемся стать незаметными. Мир заблеванных клубов мелькает подвалами. Мир вчерашних идей разорвался гранатою. Это чья-то душа, как улыбка, растаяла, грязно пачкая кожу вишневыми пятнами. Мир убитых романтиков рвется конвертами. И играют в «Титаник» роскошные лайнеры. От любви выгорая, мы стали бесцветными. От себя убегая, мы станем случайными. Молодец. Это говорит второй это Стёп на поэтов. Что же делать бедному поэту, чтоб совсем от скуки не опухнуть? Надо написать про сигареты, кофе и обшарпанную кухню. Дождь в окно шпионит незаметно. Я один, печальный и забытый. Вот в руке истлела сигарета. Кофе истекает третий литр. Я герой рифмованного фронта. Только атмосфера не уносит. Кухня у меня с евроремонтом. А курить уже 2 дня как бросил. И не дождь, а солнце на рассвете нам жару предсказывают злую. В доме еще спят жена и дети. Где тут вдохновение найду я? Так что делать бедному поэту? Где же эту музу черти носят? Не везет мне, видно, с музой летом. Все шедевры отложу на осень.